Всем привет, мои дорогие друзья! Сейчас я вам кое-что покажу. Смотрите, это каталог Максимы Загребы. И здесь есть вот такая интересная банкнота. 1 гривна, 1992 год. Итак, подпись Гетьман и Ющенко. Разница 225 и 350 гривен. С подписью Ющенко очень дорогая банкнота 1 гривна. Значит, но тут кое-чего нету почему-то. Значит, есть змина браку, номер начинается с цифры 9. Так, это замещенка, то есть первая не единичка цифра, а девятка. Тогда у вас джекпот, там очень дорого стоит такая банкнота. Они бывают, попадаются в продаже, в принципе, терпимо. Так, ну и зразок стоит до 1500, там до 2200. Но и все получается, понимаете? А у меня есть кое-что интересное. Я вам сейчас покажу. Смотрите, что у меня есть. У меня есть очень уникальные две банкноты. 1 гривна. Опа. Ох. Видно разницу или нет? Интересно. Сейчас попробуем подсветить. Вот так, может быть. Так, теперь вот так рядом их поставлю. А теперь вот так поставлю. И поближе покажу. Смотрите. Может, так видно? Хреново видно. Ладно, тогда буду рассказывать. Значит, смотрите, вот этот контур зеленый. Весь контур плюс портрет. Смотрите, видите, еще раз. Смотрите внимательно, какого цвета морда у него и вот этот весь контур. А теперь смотрите, раз. Видите разницу в цвете? Круто. Вот эта банкнота светло-зеленая, а вот эта банкнота такая темно-коричнево-зеленая. И вот разница в цвете, смотрите. На портреты. Вот так теперь вам видно. Прикольный брак такой. И здесь, смотрите внимательно, а здесь покруче видно. Видите, банкнота светло-зеленая и темно такая зелено-коричневая. Вот, банкноты оригинал. Смотрите, водяной знак. Видите, трезубцы. Вот, и здесь такие же трезубцы. Оригинальная банкнота, но имеет оттенок цвета. Плюс состояние банкнот изумительное, вообще супер. Ну и самое главное, подпись. А где подпись, не заметил? Ага, это Гетьман и Гетьман. Подпись Гетьманом. И теперь я жду ваши комментарии, сколько может стоить такая банкнота. Является ли это джекпотом или нет? Очень интересно мне ваше мнение. А теперь еще кое-что я покажу вам. Значит, наши знаменитые банкноты 50 гривен 2011 года. Смотрите, одинаково помятые. У них идут номера подряд. Видите, 72, 76. Ну, небольшое отличие. Но банкноты идеальные, прессовые. Но есть небольшая помятость. Не знаю, откуда она взялась. Либо... так и было, либо я уже помял, не знаю даже. Ну, хотя нет, не думаю. Мне кажется, это такая вот лажа произошла. Короче, я купил такие банкноты и купил их, как вы думаете, почем? По 280 гривен каждая мне обошлась с доставкой. Вот, это пресс, но имеет, видите, небольшие такие следы неприятности, так сказать. Вот, эта банкнота в особенности больше всего, такая помятая, так нормально. Такая даже как подстава, может это я сейчас даже заметил, не помню. Но в любом случае, у меня теперь есть как минимум одна в идеале, одна чуть похуже. Но тоже пресс, они из пачки, то есть это произошло не в обиходе, а конкретно при транспортировке где-то какой-то. Может даже из пачки так достали по-дебильному. Водяные знаки, все класс. Итак, сколько же сейчас стоят такие банкноты 50 гривен 2011 года? Нас интересует состояние UNC. Итак,
Одно предложение есть 300 гривен, но с каким-то дефектом написано. Я просто не показываю, потому что это новый аукцион, и там нельзя показывать лоты, потому что будет видно человека. Но вот я смотрю по фотографии, никакого дефекта не вижу. Но это самое дешевое предложение, дорогие друзья. 300 гривен. Следующая цена 500, потом 550, 600, 700, 1000 и 1350 вместе с банкнотой 100 гривен. А, нет, там 100 гривен 2011 года, 50 гривен 2005 года. UNC комплект такой стоит 1350 гривен. И что же я вам хочу сказать, дорогие друзья? То есть, есть с каким-то дефектом за 300 гривен, дальше стоимость 500 и выше. Вот такие цены на банкноты 50 гривен. А в России продается всего лишь одна банкнота в UNC, вторая банкнота чуть дешевле. В России банкнота UNC стоит 2400 рублей 890 гривен. Одно предложение на весь мешок. Есть такой сайт, мешок называется. Вот. Но это не показатель. Там очень много, конечно, разных сайтов. Даже просто там сайты есть, которые, ну, люди просто в интернете могут поискать такие банкноты и так далее. Но суть в том, что данная банкнота все же подорожала. Обиходные банкноты стоят дешево. Ну, относительно. От 60 до 250 гривен. Зависит от состояния. Вот, но напишите в комментариях, у кого есть такая банкнота, потому что данная банкнота будет продолжать дорожать. Вот такая история. Банкнота с наклейкой, вот эта вот зеленая, 20 лет НБУ, она стоит сейчас уже 19 тысяч гривен. Вот такая вот фишка. Кто успел купить банкноту с наклейкой, напишите в комментариях, тоже очень интересно. А у меня сегодня грандиозная стирка, перемываю целую кучу монет. Наконец-то я возвращаюсь к своему стандартному прежнему виду. Рабочий стол уже оголяю. Здесь вон шайбочки скоро пойдут на чистку. Тоже клевые монеты. Рубли у меня еще есть, тоже на чистку пойдут. Надо отмыть, привести в порядок. Вот такие вот интересные грязные рубли. Интересно, будет ли там блеск. Полтинники у меня есть. В офигенитительном состоянии, но в такой вот грязи, с такой грязной патиной надо отмыть. Кстати, сегодня я отмыл очень шикарно. Посмотрите, как 50 копеек. Вообще ни капли патины. Идеальная вообще монета. Просто супер состояние, бомба. Штемпельный блеск. 96-й год. Просто супер. Офигенная монета. Бомбическая. Просто класс. Вообще. Я сегодня очень много монет помыл. Сейчас вам покажу. Вот 25 копеек. Посмотрите. Через одно видео назад, там эти же 25 копеек, они полностью какие-то черные, такие непонятные. Вот в такой грандиозной капсуле лежит в состоянии UNC. Класс. Зеркало, отражение, ну бомба вообще, супер. Вот, там еще на подходе две 25-ки, там Александра Третьего и Николая Второго. Но там с ними есть определенные сложности, очень тяжелая грязь, мучаюсь конкретно. А, посмотрите еще вот на эту красоту, 50 копеек 22-го года, тоже кладовая монета, отмыл, класс, штемпельный блеск. Очень красиво. Отражение вообще шикарнючее просто. Посмотрите, как он зеркалит. Ну, класс. Одно удовольствие. В общем, целый день у меня сегодня танцы с монетками. Вот. Я их отмываю, кайфую. И вам того же советую, дорогие друзья. Вот, тоже как-то я уже показывал этот полтинник. Он, видите, какой-то такой реставрированный. Кто-то что-то с ним делал. Но у него была еще при этом грязь какая-то и частично патина. Я его отмыл. Вот, он теперь зеркальный такой, но какой-то слегка полированный.
И я на этом полтинничке буду экспериментировать определенный вид патины. Хочу попробовать запатинировать его, чтобы это было очень красиво. Монета бомбическая. Класс. Отражение, зеркало. Супер. Вот. И еще одна очень крутая банкнота, дорогие друзья. Смотрите. 5 гривен 2004 года. В состоянии UNC, еще и серия AM, почти начало. Вот такая классная банкнота. У кого есть комментарии, в комментарии, у кого есть в коллекции, напишите в комментариях, сколько вы готовы заплатить за банкноту 5 гривен 2004 года. А также, если у вас 50 гривен в прессе, в UNC состоянии, успели ли вы отложить такие банкноты? У вас очень мало времени осталось. Надо их срочно искать, 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 бежать в банки искать. И, дорогие друзья, обращайте внимание на браке, на вот такие вот банкноты 1 гривна. Может, повезет, успеете купить себе в коллекцию. Это потрясающая вещь. Вы только посмотрите, как это смотрится. Две банкноты разных цветов. Это супер вообще в коллекции. Это прям мечта. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, и вы узнаете еще много чего интересного. Всем удачи. Пока.